Всем привет, друзья, это канал Масалим. В работе у нас Nissan X-Trail, делаем жидкие подкрылки. Показываем, как выглядит уже готовая задняя арка. Такой вот у нас сплошной ковер получился. Толщина его достигает 4 мм. Делаем небольшую паузу для того, чтобы все материал весь этот немного подсох, и будем собирать. Ну а пока ждем. Мы клеим вот такой вот шумопоглощающий материал. Как видите, он состоит из двух частей, то есть вибро и шумопоглотитель. Штатные подкрылки в подарок. Ну и вкратце покажу, как работает данный подкрылок на примере колокольчиков. Слева видите, у нас ровный, справа обработан. Сами можете услышать, какая разница. Так вот работает данный полимер на автомобиле, в частности на арках. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, всем пока!